Но сейчас настало время немного поностальгировать. В сети появились уникальные кадры кинохроники журнала «Наш край» от 1970 года. На видео открытие в Ярославле Дома пионеров и кинотеатр «Октябрь», который снесли еще в 2013 году. Давайте вместе посмотрим небольшой отрывок, и, возможно, в кадре кто-то узнает себя. Когда родители готовят своим детям подарок, больше всего их беспокоит вопрос, понравится ли он им. Наверное, подобное чувство переживали архитекторы, строители и художники, создававшие новый дворец пионеров в Ярославле. Задержатся ли юные хозяева около украшений на стенах или пройдут мимо? Оценят ли отделку зрительного зала?